Yasodhanandana braja janaranjana Danandana braja janaranjana Yamunati ravanachari Yamunati ravanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Jayo Baladev, Jayo Subhadra. Jagannatha, Jayo Jagannatha, Jayo Baladev, Jayo Subhadra. Nittai Gaura Chandra, Nittai Gaura Chandra, Nittai Gaura Chandra, Nittai Gaura Chandra. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam Mala Purana ki jai.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Девая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом Агьянатимирандхасья Гьянанджана Шалакая Чакшурунмилитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манопиштам Стапитам Яна Бутале Своям Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Хе Кришна Каруна Синху Дина Банху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Таптаканчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабхану Сута Деви Пранамами Харе Прие Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Нараяна Намаскритям Нарам Чайвам Нарутамам Девим Сарасватим Вьясам Тато Джаям Удирае Нашта Праешва Бадришу Нитям Бхагавата Севая Бхагаватим Утамешлуке Бхактир Бхавати Найштики Мукам короти вачалам, пангум лангает, эгирим, ядкрипатам ахам манде, параманандам мадхавах. Ванчакал патрубища, крипа сингху вьевача, патитанам паванепью, вайшнаве, пью намо намаха. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Харе Кришна. Счастливые вайшнавы продолжают изучать восьмая песня. Бхагаватам, глава 9, текст 22. Те палаянтах самаям, те палаянтах самаям, асурах свакритам нрипа, асурах свакритам нрипа, Тушним асанкрита снега, санкрита снега, стриви вада джугуп саям. Кто-то еще? Те палаянтах самаям. Асурах свакритам нрипа, тушним асанкрита снега, шиви вада джугупсая. Те палаянтах самаям, асурах свакритам нрипа, тушним асанкрита снегах, стриви вада джугупсая, джугупсая. Самаям Асурах свакритам нрипам Тушним асанкрита снега Сриви вада джугупсаям Те палаянтах сохраняющие Самаям равенство Асурах, демоны, свакритам, созданное ими, нрипа, о царь, тушним, асан, смолчали, крита снехах, влюбившиеся в Махинимурти, стриви вода, к спорам с женщинами, джугупсая, из-за отвращения. Перевод Шрилы Прабхупады.
комментариев здесь нет. «О царь, поскольку демоны обещали этой красавице принять любое ее решение, справедливое или нет, они, чтобы сдержать слово, показать свою выдержку и избежать ссоры с женщиной, хранили полное молчание». Текст 23. «Тася крита тир ранаях, праная пая катарах, баху манена чабадха, ночух кинчана виприям». Демоны уже привязались к Махинимурти и вполне доверяли ей, а кроме того, они очень боялись потерять ее расположение. Поэтому они почтительно выслушали ее и не стали говорить ничего, что могло бы омрачить их дружбу с ней. Комментарий Шрилы Прабхупады к этому стиху у нас есть. Демонов настолько очаровали лукавые, дружелюбные речи Махинимурти, что они не стали возражать, когда она принялась раздавать нектар сначала полубогам. Ее ласковые слова полностью успокоили их. Господь сказал демонам: полубоги очень скупы, и потому им не терпится получить нектар первыми. Давайте же так и сделаем. В отличие от них, вы можете немного повременить. Все вы настоящие герои и так хорошо относитесь ко мне. Вам лучше подождать, пока напьются полубоги. Хари Кришна. Замечательная история о том, как Господь в образе Махинимурти раздает нектар всем. Можно подумать, что Господь дал нектар только демонам. И таким образом обманул полубогов, и таким образом обманул демонов. Но на самом деле Господь раздал нектар всем. Вопрос в том, какого нектара кто желал. Очень важный момент, да. То есть для того, чтобы полюбить Бога, нужно понять Его. Господь дружелюбен и милостив ко всем своим творениям, ко всем живым существам. И Он не обманывает. То есть, когда даже говорится, что Господь обманул демонов, Он не обманывает. Господь знает истинное желание живого существа и дает ему эти желания исполнить. Господь не двойственен, в нем нет обмана. Если бы Господь был двойственен, то зачем бы живым существам, которые хотят выйти на уровень трансцендентный, избавляться от тенденции к обману? Шастры говорят, нужно избавиться от этой тенденции. Зачем было бы избавляться, если обман – это нормально в духовном мире? Нет, Господь никогда не обманывает, у Него нет двойственности. Он просто дает разным живым существам то, чего они на самом деле желают. И когда демоны желали получить нектар, то каковы их представления о счастье, каковы их представления о нектаре? Это женщины и гордыня. И Господь дал им этот нектар. Он предстал перед ними в облике прекрасной женщины. И демоны в полном блаженстве наслаждались присутствием Махинимурти. То есть они получили нектар. Их никто не обманул, они получили нектар. И также Махинимурти говорила им таким образом, чтобы потешить их гордыню. Она говорит: посмотрите на этих полубогов. Они такие нетерпеливые. Им все, нектар подавают срочно. Но вы же выше полубогов. Вы более возвышенные личности. Вы вполне можете потерпеть. Терпение – это величайшее достоинство возвышенной личности. Поэтому просто потерпите. И демоны были так вдохновлены. Они думают: да, мы лучше полубогов. Мы давно об этом знали, но никто не хотел нам об этом говорить. Мы это чувствуем, что мы лучше полубогов. И вот эта богиня, сияющая, прекрасная, завораживающая богиня, когда мы смотрим на нее,
нам больше ничего не нужно, мы так счастливы. Если она говорит, что нужно подождать, давайте подождем, мы же демоны, мы же великие. То есть Господь дал им то, чего они желали. Пример такой, да, если человек идет в какое-то, решил купить золото, да, он заходит в дорогой нормальный магазин, да, там, где действительно золото, он смотрит на прилавок, и ему больно. Больно. Почему? Потому что он хочет золото, но оно дорогое. Поэтому как он может исполнить свое желание, если ему больно это купить? Он выходит на улицу, заходит за угол, и там стоят какие-то люди с лоточком, и у них тоже золото в два раза дешевле. И человек думает, наконец-то исполнится мое желание, я куплю золото, и мне не будет больно. И он покупает это золото и идет счастливый. Конечно, мы можем сказать, его обманули. Но в чем его обманули? Он стал счастливым? Стал. Ему не было больно? Не было больно. Он блестит теперь в этом золоте? Блестит. То, что это не золото, да кому какая разница? Да? Главное, что человек стал счастливым. То же самое. Стали демоны счастливыми? Стали. Они наблюдали Господа в такой прекрасной форме, и их вожделение делало их счастливыми. Они предались Махине Мурти. Пусть не как Богу, да, но как олицетворению женской красоты. Они предались. Говорит, мы предаемся тебе. Как скажешь, так и распределяй этот нектар. Да. Поэтому Господь их не обманывает. Живые существа желают наслаждаться в независимости от Бога. И Господь создает материальный мир, где есть это ощущение независимости от Него. Но Он это не создает для себя. Он это создает для живых существ. Они хотят такого счастья. Господь дает им такое счастье. Но в духовном мире все последствия деятельности растворяются в абсолюте, как Кришна говорит в Бхагавадгите. Все последствия растворяются в абсолюте, потому что все живые существа желают его удовлетворять. И нет противоречий между желаниями абсолютной истины и желаниями маленьких живых существ. Если нет противоречий, то нет и кармы. Но когда живые существа попадают в материальный мир, появляется противоречие. Мы желаем того, чего Господь не желает. И тогда, чтобы исполнить эти желания, мы должны заработать. Это называется карма. То есть мы должны трудиться и потом удовлетворить свои желания. Это называется карма. Господь таким образом дает нам удовлетворить свои желания. При этом Он нас не обманывает. То есть очень важно хорошо уяснить, что Господь всегда честен. То есть Он никогда не обманывает. Он абсолютно истинен. Это так и называется. Смотрите, не абсолютный обман, да, не абсолютная двойственность, абсолютная истина. То есть это всегда правда. Живые существа желают лжи, связанная с материальным миром. Ложь заключается в том, что Бога нет. Это ложь. И живые существа желают этой лжи, и Господь правдиво дает им возможность осуществить свои желания. Поэтому здесь, в материальном мире, от наблюдателя зависит, что мы видим. От наблюдателя. Реальность разная. Но наблюдатель желает видеть что-либо, и материальная энергия показывает ему это. Тот, кто хочет видеть, что гуна невежества – это нектар, Господь позволяет это так видеть. Гуна страсти – нектар, Господь позволяет так видеть. Гуна благости – и так тоже можно увидеть. То есть от наблюдателя зависит, что мы видим. Является ли это обманом? Ни в коем мере, потому что мы же пожелали видеть мир определенным образом, и в этом наше счастье. И когда Господь нам это дает, мы становимся счастливыми. Суть же жизни в том, чтобы быть счастливым, естественно, проблема заключается в том, что эти формы счастья не являются
истинным счастьем для живого существа. То есть все три гуны материальной природы, дающие разные формы счастья, не являются истинным счастьем для живого существа. Вот в этом обман, но мы сами себя обманываем, принимая эти формы счастья. То есть если мы примем, это интересный момент, когда Кришна Бхагавадгита говорит в 9 главе, он говорит, что просто постоянно думай обо мне, направь на меня свой ум и разум, и так ты будешь вечно жить во мне. И в следующем стихе он говорит, но если ты этого не можешь, то совершай садхану, то есть принципы, действуй в рамках принципа бхакти-йоги, и так ты разовьешь желание прийти ко мне. И вот это самый важный пункт – желание. Потому что то, чего мы желаем, то и начинает развиваться, то начинает происходить. Если мы пожелаем служить Кришне, по-настоящему пожелаем, то тогда это начнет происходить. Конечно, нужны будут усилия для того, чтобы мы очистились от других желаний, потому что мы желаем вроде бы служить Кришне, но у нас есть еще желание. Да? И получается, что нужно создать и те возможности, и те. Да? То есть, это называется мишра-бхакти. Поэтому для полубогов созданы такие возможности. Они желают служить Кришне, но в то же время желают быть повелителями этого мира и наслаждающимися. Кришна позволяет им это сделать. Но в таком состоянии нельзя к нему вернуться. Можно оставаться на райских планетах или на планетах мудрецов. Вернуться нельзя к нему в духовный мир. Вот. Поэтому желание, которое мы развиваем, именно в том, что единственным объектом нашего счастья в конечном итоге должно остаться служение Верховному Господу. И только тогда это будет на самом деле поклонение Кришне. Потому что Кришна наслаждается расой. Не атрибутами этой расы, а самой расы. То есть, когда мы предлагаем Кришне пищу или фитилек, или благовоние, то Кришна не этим наслаждается, не объектом, а тем вкусом, с которым мы это делаем. Желаем ли мы его удовлетворить? Или просто совершаем ритуал? Или совершаем ритуал, чтобы удовлетворить себя, да, чтобы занять какое-то положение в обществе, чтобы почувствовать себя значимым. То есть какие на самом деле желания? И от этого зависит, принимает ли именно Кришна наше поклонение. Потому что Кришна принимает только то поклонение, которое связано с любовью к Нему. Все остальное принимают другие. Кто угодно, только... Ну, то есть разные формы. Бог в разных формах. Но именно Кришна принимает то умонастроение, которое соответствует умонастроению жителям Вриндавана. То есть если наш процесс преданного служения еще этому не соответствует, то... мы можем поклоняться Лакшми Нараяне, в лучшем случае, даже если на алтаре Кришны. То есть Бог всюду, и Он принимает служение всех живых существ, но по-разному, в соответствии с их желаниями, как они хотят Ему служить. Даже когда живые существа хотят служить материальным своим чувствам, то в действительности они служат все равно в форме Кришны, Кришны в виде материальной энергии. Безусловно, это не является совершенным служением, но люди служат чувствам, а чувства – это материя, материальная энергия, а это энергия Бога. Поэтому все в любом случае служат Кришне. Результат разный, без сомнения, непосредственно служить Кришне или его внешней энергии,
результат будет разный. Но сама природа живого существа слуги никогда не изменится. Мы все равно будем слугами. Но будем получать разные формы счастья. И вот то, именно какое желание у нас есть, будет определять форму счастья, которую мы обретем. Как, к примеру, посмотрите, есть множество форм счастья даже в материальном мире. Люди могут пойти в кинотеатр, могут пойти в какой-то центр развлечений, а могут прийти в храм. Разные формы возможностей и желаний. Поэтому построены разные здания. Храм – это не кинотеатр. А кинотеатр – это не храм. То есть разные территории, где люди могут осуществить свои желания. Точно так же Господь, являясь Отцом всех живых существ, организовывает разные территории, где живые существа могут удовлетворить свои желания по-разному. Материальный мир – это способ удовлетворить живое существо. Оно хочет независимости от Бога, и Господь создает материальный мир. Не то, что Богу нужен материальный мир. Нет. Он наслаждается духовной расой. Но материальный мир нужен живым существам, которые хотят попробовать, как это быть Богом. Бог создает материальный мир. Поэтому пока мы до конца не разовьем желание служить именно Кришне в его в таких же взаимоотношениях, как служат ему вечные спутники во Вриндаване, мы будем находиться в других местах, где угодно, но не во Вриндаване. Поэтому это и называется рагануга, означает идти по стопам рагатмика бхакт, то есть те, кто уже обладают этой формой любви к Богу. Поэтому история о том, как полубоги и демоны добывают нектар, и как он распределяется, это абсолютно справедливая история. То есть все действовали и все получили то, что заслужили. То есть Бог не отобрал ни у кого. То есть можно было бы подумать, демоны, они работали, а Бог отказался дать им нектар. Несправедливый Бог, правильно? Полубоги с демонами наравне же работали, заметили? Да? Они таскали Васуки туда-сюда, мучили его, да? Он даже изрыгал пламя. Все работали. Как так? Полубоги получили нектар, демоны нет. Нет, демоны получили нектар. Только они получили ту форму нектара, которая для них нектар. Зачем демонам бессмертие? Ну, если так разобраться. Для того, чтобы наслаждаться женщинами и властью. Богатством женщин и власть. Вот эта форма их бессмертия. Если все время это можно будет делать, это и есть бессмертие. То есть смотрите, что такое бессмертие. Бессмертие – это когда наши желания удовлетворяются. А что такое смерть? Это когда мое желание не удовлетворилось. Правда ведь? Вот почувствуйте, как только ваше желание какое-то не удовлетворилось, у вас впечатление, что вы немножко умерли. Ну, то есть не полностью имеется в виду, да, вы не оставили тело, да, потому что есть надежда, что другие желания удовлетворятся. Но как только желание не удовлетворилось, ощущение, что вы немножко умерли. Поэтому вечность означает, что все наши желания удовлетворяются. Чини тайгур чандра ки джай джанан бодаев субандра ки джай. Все наши желания удовлетворяются. И поэтому и говорится, что в материальном мире дживы нитья бадхи, вечно обусловленные. То есть они вечно пытаются удовлетворить свои материальные желания. Это тоже вечность.
когда удовлетворяются наши материальные желания в материальном мире. Это может происходить вечно. Вечно обусловленное живое существо. Есть вечно освобожденные. Желания их связаны с удовлетворением Кришны, и так удовлетворяется их желание. Это тоже вечность. По сути дела, мы же бессмертны. То есть это нужно понять, мы бессмертны. Вопрос только в том, в какой реальности, духовной или материальной, удовлетворяются наши желания. И они удовлетворяться могут вечно. Ну, то есть если сказать, что как так, мы не удовлетворены. Но мы не удовлетворены, потому что не заработали в материальном мире. Да, заработали, получаете. Я хочу что-то вот это вот, я хочу вот такую форму счастья. Нет вопроса, заработай, получи. Никто не против, Бог не против. Да. То есть это интересное видение, которое мы должны попытаться понять Бога, что Он честно удовлетворяет желания всех живых существ. Но именно те желания, которые на самом деле в нашем сердце. Почему? Потому что Он находится в нашем сердце всегда. И Он точно знает наши желания. Даже мы себя можем обманывать. Мы других обманываем, мы себя обманываем. Но Бог знает, чего мы хотим. И поэтому дает нам именно то, чего мы хотим. Потому что если бы Бог давал того, чего мы не хотим, как-то так. Что за Бог? Нет, Он дает то, чего мы хотим. Без сомнения, то, чего мы хотим, зло для нас. Но мы же хотим, правильно? Как же так? Я хочу. Ну как? Как Бог может отказать любимому живому существу в его желании? Поэтому Бог создает материальный мир. И помогает живым существам исполнить свои желания в материальном мире. Но при этом посылает, сам сюда приходит и посылает своих представителей, садху. Они приходят и говорят: у вас странные желания, пожалуйста, обретите желание любви к Богу. Там прекрасный мир, другой. Там исполняются все желания, там не нужно ждать, когда они исполняются. В духовном мире не нужно ждать. Там вокруг земля желаний, деревья желаний, сразу исполняются, потому что они связаны с Кришной. Как только вы захотели удовлетворить чем-то Кришну, это тут же происходит. Кришна тут же желает также этого. Он всегда желает быть счастливым, чтобы его удовлетворяли. И вы этого желаете, и поэтому не нужно ждать. Это тут же осуществляется. И мы это любим, да? Мы же знаем. Я хочу пожелать, и тут же, чтобы вот прям тут же произошло. Потому что мы из духовного мира. Почему нам это так хочется? Это мы оттуда. Мы привыкли к этому, что все мои желания тут же исполняются. Но в материальном мире, поскольку эти желания не соответствуют желаниям Бога, поэтому, чтобы исполнить их, нужно заслужить. Это называется карма. Заслужил – получи. Поэтому это история о том, что каждый в результате пахтания океана получил то, чего желал. Харе Кришна. Сулочин Прабху. Сулочин Прабху сидел и ждал, когда будет возможность. То есть он желал, понимаете, очень важный момент. Он желал, и такое желание нужно удовлетворить. Мне реклама не нужна. Вот, видите, он сам себе реклама, поэтому дополнительная не нужна. Спасибо за прекрасную лекцию. Приятно осознавать себя как-то связанным с такой личностью, как вы. И вот интересно, вы наверняка знаете в подробностях вот эту природу желания. И вы сказали, что в духовном мире там нет двойственности. А мы же знаем, что желания появляются, когда у нас чего-то не хватает. Например, мы хотим воды, потому что нам не хватает воды. Это возникает в этом мире,
желания. Ну, как в принципе весь материальный мир, он создан для того, чтобы удовлетворять желания. Вопрос вот в этом. Что означает духовное желание, если там нет двойственности? То есть там все удовлетворяется, даже можно сказать, до того, как появилось бы это желание, там все это удовлетворяется. В духовном мире есть разнообразие. Майявади, имперсоналисты думают, что поскольку нет материальных желаний, то значит нет желаний в принципе. Мы привыкли к материальным желаниям и думаем, если они исчезнут, чего я буду желать? Тут понятно, чего я желаю. То еды по утрам, то выделиться, то разум развить, то власть занять, то, ну, в общем, у меня есть чем заняться, да, в материальном мире. А в духовном мире чем заниматься-то? Там всего этого нет. Поэтому, наверное, там просто брахман, ничего нет. Вот. Но вайшнавы говорят о том, что там есть Бог, который все время чего-то желает. И чего именно? Быть счастливым. И живые существа желают его удовлетворять, забыв о своих желаниях, но при этом осуществляя свое желание. То есть оно, с одной стороны, как бы желание самого живого существа, но с другой стороны, это такое же желание, как у Бога. Единение, одновременное единение, но в то же время различие. Единение в желаниях. Бог хочет наслаждаться, и живое существо хочет его наслаждать. Одни и те же желания. Но в материальном мире каждый хочет себя наслаждать, поэтому конфликт. Я хочу наслаждаться, мужчина говорит, я хочу наслаждаться, женщина говорит, нет, я хочу наслаждаться. Все деньги мои, нет, все деньги мои. И у них конфликт. Да? Но, и мы всегда мечтаем о чем? Мужчина думает, я хочу наслаждаться. И вот будет женщина, которая будет думать только о моих наслаждениях, о своих забудет, только вот ради меня будет жить. Вот это идеальная жена. Так вот мы в духовном мире идеальная энергия, женская энергия в служении Господу. Он чего-то хочет, и мы служим ему таким образом, чтобы сделать его счастливым, и в этом процессе становимся абсолютно счастливыми. В отличие от материальной жизни. Что бы мы здесь ни делали, все равно будем несчастны. Удивительно, как это устроено, но об этом говорит Прахлада Махарадж. Чем больше живое существо стремится к счастью в материальном мире, тем больше к нему приходит страданий. Поэтому там есть разнообразие, там будет чем заняться. Все время удовлетворять Кришну. Это очень увлекательно будет. То есть ачарьи говорят, вы не пожалеете. Так вот, ну, спасибо. А вот из-за чего это желание появляется? Из-за чего желание появляется? Ну, в духовном мире. Здесь-то понятно. Здесь мне не хватает там чего-то. А там есть все. Ну, так мы из духовного мира, мы изначально желающие. Бог, смотрите, вот если Бог живой и желающий, то его частицы такие же живые и желающие. Вот в этом сложность имперсоналистов. Они говорят, Бог не живой. Это просто сияние. Там нет жизни, там нет любви, там нет желаний, эмоций. Откуда у живого существа это появилось? Они говорят, мы поняли откуда. Когда оно попало в иллюзию материального существования, вдруг у него появились желания. Но когда оно освободится, там снова не будет желаний. Вот таково их мнение. И оно может быть даже очень логичным. Подумать, действительно, очень похоже на правду. Очень трудно признать, что источником всего является личность Бога, а не некий безличный брахман. Что личность была в начале. В начале не был брахман, личность в начале. Это очень трудно представить. Потому что с материальной точки зрения мы видим, что в начале какая-то жижа, да, потом из нее начинают создаваться живые существа. Все наоборот. Сначала из ничего что-то создается. А в духовном мире изначально Бог уже Бог. Он
не становится Богом через какое-то время в результате аскезы или в результате чего-то еще, благотворительности, тапаси, данной тапы яги. Он Бог всегда был, есть и будет. Поэтому мы всегда вечно желающие живые существа. Мы не можем отказаться от желаний. Это наша природа, желать. Вот и все. Поэтому это вечное желание. Оно из духовного мира. В материальном мире оно просто искажается, не более того. Но оно вечное. Допустим, в материальном мире искажается что-то. И когда происходит это искажение, то у нас, естественно, наша природа, она нам подсказывает, это недостаточность. Это обусловленная природа. Да, и вот в этом моменте появляется желание исправить. Угу. Например, я хочу жить вечно. Угу. Почему я хочу жить вечно? Потому что у меня есть материальное тело, в котором я не удовлетворен вот этим промежутком жизни, который мне выделен. И, естественно, я стремлюсь к вечной жизни, потому что моя природа – вечность. Угу. Можно догадаться, что у меня в духовном мире есть желание жить? Выжить, например, продлить свою жизнь. Есть такое желание? Да, мы хотим жить вечно. Мы хотим жить вечно? Да. То есть мы вечные? Мы хотим служить. Мы хотим служить Кришне вечно. Мы хотим, не отвлекайтесь, мы хотим жить. Давайте на одном вот этом... А что означает жить? Ну, если вы говорите, что мы живем вечно, уже да, живем, да. То что означает, что мы хотим жить вечно? То же самое. Просто если ответьте на сам вопрос. Вы сам не вопрос. Уходите, не уводите, пожалуйста. Когда вы едите галабжимун, да, то вам хочется, чтобы он вечно был вкусным. Вам не нравится, что первый галабжимун вкусный, второй более-менее, а на десятом вам уже неприятно. Вы хотите вечно есть галабжимун с одним и тем же, а лучше даже с повышением наслаждения. Так вот, в духовном мире мы хотим вечно служить Кришне, и из-за этого, конечно же, хотим существовать вечно как личности. Вот и все. Это и называется вечная жизнь. Мы хотим быть личностями всегда, чтобы служить Кришне всегда. Ну, это уход от вопроса. Мы нет, это уход от вашего ответа. Нет, мы хотим жить вечно. Смотрите, мы сейчас не говорим о том, для чего мы хотим. Вопрос звучал не так, простите. Вопрос звучал не целесообразность вечности, а сам факт, если есть вечная жизнь, уже есть, то откуда появляется желание жить? Потому вечно, что есть галабжимун. Потому что мы хотим наслаждаться вечно. Так есть, жить все, означает... все есть уже у вас. Да, и хорошо. Мы разобрались просто с вечностью, но на самом деле все качества... У меня вчера был, или когда у нас позавчера, был галабжимун, я снова хочу. Но это вы в материальном мире, мы вас приветствуем. В материальном мире у вас очень логично все понятно. А в духовном мире нет желания. Да, в духовном мире, поняли, откуда да. желание там? Не, ну, по вашей версии мы уже поняли, да. Ну, спасибо, если это ваш ответ. Ну, а как еще на это ответить? Это природа души, вечное знание блаженства. Поэтому, если это природа, мы всегда будем стремиться, несмотря в каком состоянии мы находимся, в обусловленном или в освобожденном, эта потребность природы будет всегда выражена. Мы не сможем ее избежать. Просто в материальном мире, так как у нас тело временно, здесь материально, поэтому но желание жить вечно и действовать вечно, существо вечно, оно всегда остается. Поэтому это желание будет накладываться и трансформироваться. Точно так же, как получать блаженство. Я хочу быть всегда счастливым. На мое счастье в духовном мире выражено в определенном образом. Но там блаженство – это природа. И мы не избежим этого. Именно поэтому здесь это всегда эти качества будут сопровождать душу. Всегда. Они никуда их не деть и не вырвать. Вот в Шримад Бхагаватам есть 7.13.5. В каком бы состоянии он ни находился, сознательном, бессознательном или промежуточном, саньяси должен стремиться постичь свое «я» и полностью утвердиться в самом себе. Тогда
он поймет, что душа не бывает обусловленной или освобожденной. Эти понятия всего лишь иллюзия. Обретя столь возвышенное видение мира, он должен научиться повсюду видеть только абсолютную истину, пронизывающую собой все. Это Шриман Бхагаватам, да, это да, не да. какая-то там цитата из какого-то... Мы читаем одни и те же книги, только по-разному видим их. У нас вот Рамаруба Прабу хочет что-то сказать. Давайте дадим ему шанс. У него есть желание, понимаете? Мы не можем отказать ему в исполнении желаний. Спасибо большое за возможность, спасибо за лекцию, за дискуссию. Действительно, дискуссия, она помогает нам углубить понимание. Интересная тема, потому что в действительности, если мы опираемся на опыт, непосредственно опыт, то мы видим, что большинство наших желаний, они продиктованы дефицитом, потому что нам чего-то не хватает. И с точки зрения логики, это как бы состояние минус. То есть вот по градуснику это состояние минус, то есть мы пытаемся что-то делать, нам жарко, мы включаем кондиционер, чтобы охладиться, нам холодно, мы включаем обогреватель, чтобы согреться. То есть наши желания, они продиктованы дефицитом чего-то нехватки, и мы чувствуем себя не вечными в материи, поэтому мы стремимся к вечности. То есть, по сути, мы стремимся из состояния минус к нулю. И большинство вот тем, обсуждаемых в ведах, то есть как прийти к нулевому состоянию, как прийти к состоянию освобождения, когда уже эти желания меня, будем говорить, не достают, потому что что такое пища или вкус пищи, это на самом деле избавление от мучительного голода. То есть мы кушаем, и мы избавляемся от мучительного голода. Так же самое жара, мы избавляемся от этого мучительного состояния, освежая себя. То есть в материальном мире, как правило, вот желания связаны с дефицитом и избавлением от этого состояния минус, дискомфортного состояния. И веды дают нам артха, дхарма, дхарма, артха, кама, мокша. То есть вот эта цель ближайшая, видимая, это к освобождению. То есть болит зуб, прийти к стоматологу, полечиться, освобождение. Все, не болит, прекрасно я себя чувствую. И только вот с этого момента начинается исследование, изучение уже желаний со знаком «плюс». И, может быть, на данном уровне они нам не так знакомы и не так близки, потому что 99,9% наших опытов в желаниях – это вот со знаком минус, когда мы избавляемся от чего-то. Но в этом и идея бхакти-йоги, в этом идея всей духовной практики, чтобы приоткрыть вот эту занавес желаний со знаком плюс, когда Кришна, который является Кришной или всепривлекающим, он является, вот, будем говорить, этим генератором желаний, и в отношениях с ним эти желания оживают. То есть, может быть, пока нам неизвестен этот опыт, вот если помните, как Нарада Муни в прошлой жизни, будучи маленьким мальчиком, он, пообщавшись с Махабхагаватами, он стал практиковать, и когда его мама ушла из жизни, он отправился в паломничество, и в какой-то момент, говорится, он сел под дерево, рано утром стал медитировать, и вдруг что-то с ним стало происходить, как будто его чувства ожили, как будто его сердце открылось, пробудилось и так далее, и так далее. То есть вот это уже то, что за чертой нуля, то есть то, что плюсом идет. То есть когда пробуждаются наши подлинные чувства, потому что желание и чувство – это, будем говорить, взаимосвязанные вещи, они не существуют одно без другого. Но сейчас, так как наши чувства обусловлены, покрыты, и мы находимся в болезненных гунах, невежестве, страсти, мы вот едим вот эту сладость с песком смешанную, все это болезненно, и нам нужно сражаться за выживание и так далее. Поэтому все эти желания, они, как правило, связаны со знаком минус. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо большое. Вы сказали, Кришна знает лучше наши желания, чем мы сами свои желания. А вот когда мы действуем, не осознавая свои желания, то есть в преданном служении даже, это и есть наш мотив, да? Но мы действуем с определенным мотивом, исходя из своих настоящих желаний, да? Ну,
можно и так сказать, смотрите, у нас есть некое желание, и мы его откладываем в надежде осуществить и забываем, но продолжаем его осуществлять. Ну, то есть, потому что у нас есть следующее желание, связанное с неким материальным счастьем. И они как бы накапливаются, да? И они складываются у нас в нашем уме, но сама тенденция удовлетворять их продолжается. Поэтому иногда мы действуем вроде бы в преданном служении, но поскольку заложили в ум желания, формы желаний материальные, то мы пытаемся удовлетворить эти формы, даже не осознавая того, что удовлетворяем себя, а не Кришну. То есть мы просто как бы наполнены, наш ум наполнен желаниями, не соответствующими служению Кришне. Но мы служим Кришне, поэтому вот это вот появляется необходимость очищения сознания, читодарпанам арджанам, когда происходит вычищение ненужных желаний. По сути дела, анардхи, то, что не является ардха, это желания, которые нам не нужны. Но мы их, за них держимся. Это называется десятое оскорбление святого имени. Мы держимся за материальное желание. Они там у нас где-то лежат в фоновом режиме, но продолжают исполняться. Это та же самая компьютерная система, да, как в компьютере. Вы там что-то наклацали, да, а потом решили, ой, это сейчас, это не сейчас. Давайте сейчас я вот это сделаю, посмотрю там YouTube. Начинаете заходить, а оно висит. То есть, потому что ну, вы процессор загружаете постоянно, да, новыми желаниями, а реальное ваше желание не может осуществиться. Ну, вот вы говорите, я служу Кришне, хочу служить Кришне, а процессор загружен предыдущими желаниями. Поэтому после того, как мы полностью вычистим эти желания, наше желание служить Кришне станет основным и начнет проявляться уже полноценно для нас. Мы его поймем ну, вживую. Да, спасибо. Чтобы очиститься, да, вы сказали, чтобы освободиться от этих желаний, тоже нужно иметь желание, так же? Нужно иметь желания другие, во-первых, да, то есть нам гуру дает новое желание, то есть мы приходим в духовную жизнь, и гуру дает нам новое желание. И в то же время он дает нам наставление перестать стремиться к старым. По возможности, или осуществлять старые желания, но в рамках сознания Кришны. То есть, когда живое существо говорит, ну я не могу отказаться от желаний, да? Тогда ему говорят, хорошо, осуществляй их в рамках ведических стандартов, ведических принципов. И тогда это тоже мы удовлетворяем свое желание, следуя указаниям Бога, в соответствии с его желанием. Как это пример Кардамы Муни. Кардама Муни совершает аскезу 10 тысяч лет, вот, и желает увидеть Господа, он встречает Господа, Господь является перед ним. И что Кардама Муни говорит? «Хочу жену». При этом в следующем стихе он говорит, «Вообще-то те, кто просят материальное желание у тебя, они глупцы». То есть он как бы сам себя называет глупцом, но говорит, «Ну, знаешь, хочу». И Господь говорит, молодец, я дам тебе жену, которая соответствует твоим желаниям, она будет тебе служить, ну, то есть у вас появятся дети, и даже я приду как ваш сын. Вот. Ну, вот. Значит все к тому, что нужно стремиться к возвышенному общению и духовным учителям, старшими наставниками, чтобы проявлялось это желание очищения. Новое желание, да. У нас, ну, наша цель не сама цель очищения. Целью является развитие нового желания служить Кришне. Но в ходе этого обязательно придется очиститься. Потому что когда люди ставят самоцелью самоочищение, то они тогда приходят к вопросу, если я очищусь от этих материальных желаний, что у меня останется? И приходят к выводу, ничего не останется. А я так не хочу. Я хочу, чтобы у меня были желания. Поэтому ничего не останется. Я не согласен очищаться. Но если у нас появятся другие желания, связанные со служением Кришне, не внешне связаны, то есть не просто мы как бы себя определили, что я вот буду служить в этом обществе и получу признание, почет, пищу,
должность, там, я не знаю, обо мне позаботиться, когда я уже буду немощным, то есть вот для этого мы здесь, то тогда мы в страхе. А вдруг не будет почета, а вдруг не будет признания, а вдруг в старости не покормят. Мы все время в страхе. Но когда у нас появится желание служить Кришне, которое будет реально духовным, вот, то тогда все остальное само по себе начнет исчезать. Поэтому наш метод – это Кришна плюс. А майя станет уходить потихонечку. Но те, кто пытаются просто отказаться от майи, сталкиваются с тем, что ради чего отказываться? Что там? Ну, то есть, если у меня нет духовного счастья, я сейчас откажусь от материального. Вообще без счастья жить? Не, я не согласен. Поэтому мы обретаем духовное счастье, духовные желания, духовные взаимоотношения. И естественным образом теряем интерес к материи. Потому что пока мы не потеряем интерес к материальному счастью, мы в духовный мир не идем. То есть обретаем вкус, вдохновение от тех, у кого есть уже это, да? Да, да. И нужно обучиться стать такими же. Это не то, что мы как паразитируем на духовном учителе, да, что вот духовный учитель, он такой весь счастливый, и мы вот, надо к нему присосаться, да? Нет, мы должны научиться у него, как находиться в таком же состоянии сознания. Сначала мы получаем от него некий опыт. Мы видим это особенное состояние сознания, мы видим, что это что-то, что мне нравится, я хотел бы за этим идти, а потом нужно обучиться находиться в таком же сознании. Спасибо. Да. Это лес рук. А микрофон один, представляете? Вы вот, ну, и в течение лекции несколько раз говорили, и сейчас даже вот в ответе на вопросы говорили о такой вещи, как развить желание. То есть это означает, что у нас нет этого желания, но его можно развить. И тогда возникает вопрос, откуда же берутся эти желания. То есть у меня сейчас его нет. Но мне его нужно развить. Откуда берется желание? Вообще, и вы сказали, когда у нас появится желание служить Кришне, откуда оно появляется вообще? Откуда это берется? От духовного учителя. От духовного учителя. До того, как Шрила Прабхупада и Гуру нам дали эту цель служить Кришне, у нас этой цели не было проявленной. Она изначально присутствует в живом существе, желание служить, но объект потерян. Мы потеряли истинный объект служения, а само желание служить осталось. Духовный учитель, он дает цель. Он не только. На логическом уровне мне говорит, что ты должен развить желание. И он заражает меня вот этим вот идеей, это дает веру там. И у меня появляется у самого желание получить это желание. Но самого этого желания, вот любить Бога, у меня нету желания. Его нужно развить. Но откуда оно возьмется? Желание любить есть. А вот объекта правильного нет. Желание любить есть у всех. Вы посмотрите, все хотят, чтобы их любили. И все пытаются любить. Животные, растения, все пытаются любить. Но объект потерян, и поэтому эта любовь превращается в вожделение. То есть я для себя. Но желание любить есть. Ну, то есть никто не рождается с желанием ненавидеть. Желают любить все, буквально все. Как-то хорошее слово и кошке приятно, правильно? Потому что все хотят любви. Это природа нас, наша, любить. Но мы потеряли истинный объект, и поэтому наши желания стали ложными с этой точки зрения. Но само желание любить осталось. Мы просто объект не тот выбрали для любви. Материальный объект. Ну, я эти вопросы задавал, держа в уме вот этот 15-15 Бхагавад-гита, от меня исходит знание о памяти забвения. То есть в конечном счете, вот тогда, когда у меня по-настоящему возникнет желание любить Бога, вот это вот, оно всплывет и будет спонтанным по-настоящему. Это зависит от него. Ну, это
Конечно, зависит от него. Это взаимоотношения. Без сомнения, зависит. На уровне разума недостаточно. Интересное, конечно, обсуждение. Священные писания говорят о целях. Дхарма, кама, артха и мокша. Цели формируют, если у нас это есть цель, она формирует желание. Мы должны понимать, что цель формирует наше желание. Конечно, когда человек становится дхарма, мы понимаем, что мы становимся на уровень благочестия и получаем это все от Кришны. Он ведет нас постепенно. Точно так же Шрила Прабхупада говорит, когда у нас появилось желание духовно прогрессировать, Кришна кого посылает? Духовного учителя. Кришна исполняет все желания. Все желания исполняет Кришна в соответствии с той целью, которую мы ставим. Наше общение, которое создано Шрилой Прабхупадой в этом обществе, предназначено для того, чтобы сформировать цель, чего я хочу. И здесь мы должны четко понимать, если я буду хотеть к Кришне идти, то есть моя цель – это не просто использовать религиозные принципы для достижения артхи и камы, а идти к Кришне, то Кришна будет исполнять эти желания в соответствии с тем, что у нас ситуация, будет помогать нам, создавая ситуацию, чтобы мы двигались в этом направлении. Вот и все. И таким образом мы получаем опыт и желание идти к Кришне, потому что в этом мы начинаем видеть Кришну, отношения, потому что мы уже хотим отношений, и Кришна отвечает на них. Наш опыт усиливается, и желание вместе с этим идти к Кришне тоже усиливается. Отлично. Смотрите, интересный момент. Вот насчет духовного учителя. Духовный учитель дает не только цель, то есть на уровне разума, но он дает некую бхаву. То есть вот этот вот росток, семечко преданного служения, это уже бхава. Он дает некую бхаву. Вы же встречались, что вот духовный учитель иногда говорит абсолютно простые вещи, а сердце тает от этого. Но кто-то может говорить какие-то сложные формулы, знаете, там, те стихи, эти стихи, а вы сидите и ничего не чувствуете. Потому что духовный учитель дает, квалификация духовного учителя дать не только знание, но и бхаву. Вот это, то есть показать, как это любить Кришну. Одними формулами не отделаешься. Поэтому гуру две миссии. Он должен быть реализованной личностью в любви к Кришне. Тогда вы это ощутите, то есть это некий духовный опыт для души, потому что есть опыт для разума, есть опыт для тела, но есть опыт для души. Это, я помню, был такой замечательный опыт. Шиварам Махарадж на одном из фестивалей начал говорить, не помню, я уже не помню, о чем он говорил, честно говоря, ну, о Кришне говорил, естественно. И в какой-то момент атмосфера стала такой, что сердце просто расплавилось. Нелогически, ничего не произошло. Просто он передал эту бхаву, и сердце само расплавилось. То есть стало ценным не просто на уровне философии, а на уровне сердца. Поэтому гуру передает не только логику, он передает бхаву. И вот эта бхава, потом мы за нее цепляемся и начинаем культивировать, мы начинаем, повторяя святое имя, пытаемся эту бхаву вырастить. Сейчас Бхактивиньян Махарадж прочитал лекции Панчупасана. И он как раз там говорит, что если человек на высоком уровне, духовный учитель, например, или святой, на уровне там премы, его легко, он просто пожелает, и это прямо передается сразу. На уровне бхавы, если он находится, он может поднять на уровень вкуса. Но как быть, когда мы все одинаковые практически? Мы как садхаки, мы следуем садхане. У нас есть просто у кого-то больше веры, у кого-то меньше. То он говорит, что человек, который находится на уровне садханы, он может передать эту веру Кришну, но еще очень интересный фактор. Чтобы человек принял эту веру, он не может повлиять и даже передать этот вкус, потому что вера – это вера, она там, может быть, еще нету такого вкуса, но это зависит от сердца принимающего, говорит. И поэтому, говорит, для этого нужно достаточно
быть чистым сердцем, то есть благочестие, или где-то сукрити накопить. Да-да-да. Поэтому, когда говорится, что примите гуру, то Госвами Вриндавана объясняет, лучше всего принять Утама-Адхикари. То есть это идеально. Если нет Утама-Адхикари, примите в качестве гуру Мадхьяма-Адхикари. Если нет в качестве гуру Мадхьяма-Адхикари, примите Каништу-Адхикари, но примите. Ну, то есть мы говорим об идеале, но есть вариации. Хари Кришна, спасибо. У нас время. Вот. Как это? Время вышло, а время это Кришна. Если Кришна вышел, нам тоже надо выходить. Хари Кришна, спасибо всем. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шинтай Гуру Чандра ки джай, Джаганан Балдев Субхадра ки джай. Хари Кришна.